В гостях у цветовода Татьяны Кравченко продолжаем искать идеи для украшения сада. Каждый участок сада словно пункт туристического маршрута. Здесь и французский пруд с цветущими кувшинками, португальские гортензии, а главный персонаж сегодняшнего сюжета – китайская роза. Роскошный гибискус сейчас в центре внимания цветоводов. Травянистые гибискусы – сейчас самое время их цветения. Цветут они в течение всего лета, бутонов у них очень много. Размеры цветка, представьте себе, они в горшках и уже такие крупные, когда в земле они в два раза крупнее. Цветут они долго, ярко, сочно. Он любит солнце, но сегодняшний день уж больно жаркий, конечно, не выдерживают даже цветы такого солнца. А вообще солнце открытое, растение обожает. Солнечное место и отсутствие сквозняков – этого достаточно, чтобы вырастить гибискус на своем участке. А еще эксперты советуют сажать гибискусы рядом с розами. Такое соседство на пользу обоим растениям. Сложности в уходе практически нет. Проблемы могут возникнуть лишь из-за недостатка влаги. Это травянистый гибискус, он отмирает на зиму и каждый год выходит из земли. Чтобы вы понимали, просыпается поздно, но просыпается всегда не с одним черенком, а увеличивается в 3-4 раза, пусть, каждым годом. Поэтому раз в 3 года обязательно нужно его делить, рассаживать. Рядом с китайской розой изящные каллы. Эти цветы знали и выращивали еще в Древнем Египте. А на участке Татьяны они растут в открытом грунте в полутени и радуют хозяйку ярким цветением. По соседству с экзотическими каллами настоящий сюрприз для любителей ягод. Клубничный сезон здесь в самом разгаре. На рынках клубнику уже отыскать можно только с трудом, но зато на огороде Татьяны ее полным-полно. Что, в чем секрет, Татьяна, поделитесь? В сорте. Сорт еще тот самый старый сорт. Это не гибрид, это сорт чудо лихоноса. Чтобы вы понимали, она дает урожай с ранней весны до глубокой осени, до морозов. В прошлом году в снегу, а она еще была зеленой. Представляете, не успела созреть. Клубника, как в детстве, с ароматом земляники и нежной мякотью. Этот сорт щедрый на ягоду, плодоносит дважды в сезон. В начале лета, а после двухнедельной паузы начинает плодоносить волнообразно до самой осени. Первый урожай вы съедаете, да. Наслаждаетесь, так сказать, да, первой клубникой. А когда же делаете заготовки вот из нее? Именно сейчас, потому что с таким количеством урожая просто нереально справиться, его нужно закатывать. Ягода пахнет вкусная, ароматная и действительно очень сладкая. Тот самый аромат, как в детстве. Как в детстве. Она вот именно пахнет земляникой. Этим летом здесь ждут урожай и экзотических ягод и плодов. Следующие в очереди – голубика и киви. Они созреют к концу июля.